Так, давай запускайся. Игруля. Так, всем здрасте. Колян сразу ловит камень. Ну ладно, хоть не на совсем. Чифер. Молодец. Чифер молодец. Так, сливли. Ну, вроде как не покидает нас. Что-то как-то не приберегли. Так, кстати, мага взяли, взятку и два пива и сливли. Понятного. Так. Ну тут пеленон будет, даже не обсуждается. Так, стан остался станом, ну. Можно пофалить еще, но. Будного ассиста такое, короче. Не стоит. Додж. Упал и ладно. Так, ну два запасных у Хаусита. Немало. Так, ну я не стал бы, наверное, здесь упираться. Тут могут наступить сейчас.
неплохой такой фол может выйти. Здесь, наверное, стоило блицануть вот этим, который встал. Так, сдоджил. Ну, маловато, да. Так, слибли, наверное, стоило попробовать, да, пододжить тоже. Здесь вот неправильный, конечно, блиц был. Фрэнзе. Ну, вот аукнулся как бы. Там рассчитывали, мол, 4 куба, что-нибудь найдется, а нихера не нашлось. Так, спасают. Так, сливли. Думал, не будут держать. Да, гард все-таки полезный навык. Кубы говна. Так, еще фол. Дубль 2. Так, убежал от такла. Хорошо. Коровка, кстати, может вытолкнуть гарда. Да, очищает ей путь. И, возможно, коровка побежит блицовать. Что-то есть у меня такое предположение, что, в принципе, не стал. А, ну ладно. Там были, правда, некие риски, да? Гордон начинает давить и количеством. Ну, здесь тогда стоило, наверное, с блица встать. Счастье, да? Так, освобождать надо сливли. Так вот он не хочет с такими-то кубами. Скинка продали только, да? Не, Лонер молодец. Ему больно, но... Че, опять блиц с положения лежа? Единственного скинка. Так, не ли ролит?
А тут уже однокубовый. А нет, скинка еще, да. И Клавса должна уходить. Да, нечего ему тут делать. Так, мячик что-то как-то в одиночестве остался, да, уходит назад. Так, ПОшечка. Да, тут пробой. Ага, ну нет туда. Так, ну это фол, наверное, будет, да. А, нет. Так, дожили. Дотерпели, можно сказать, до пробоя. Так. Аптечка. Что ж там такое, блядь, случилось? Что тратит аптечку? Так, сливли надо освобождать. Блядь, да нахера скинка-то продавать? Оттолкнул бы его, да ёпью. Крокс вообще даже... в чувство не приводит. Так, трехкубовый. Сюда сейчас по краю будет забегание. Как-то смело, блядь, встали хаоситы. Можно сказать, даже борзо, блядь. Ну это же кубы в мяч. Ну пока что, вот я пока вижу кубы в мяч. Хотя все... Да, все БТ-шили заняты, да. А то, ну, можно было бы здесь соорудить. Блять, хреново корова. Рерольчик. Так, ну ладно, хоть Пеленон оправдался. Хотя я думал, здесь будет еще один блок, ну ладно. Скинг даст ассиста. А чё скинг на ассиста-то не пошел? Блять, ну почему он ничего не доводит до конца? Так, ну тут все перегородили, а нет. Спринты. Куда же без них, блин. Ну пока защита такая, ололо, я бы сказал. Так, ну что, накажет игра, нет? Накажет. Сюда. Скинг. Скинг доджит. Ой, не доджит, встает сюда. И потом раз, два, три, четыре, пять. И выталкивание. Главное только это. Сдоджить. А вот так решил. Жадно, да? Ну ладно, хоть, блядь, это. Обошлось. Чё-то ситар... какую-то лолошечку решил сыграть.
Ну, здесь стоило пытаться вот прорваться через этого. Вот так вот. Так, подождите-ка. Ну, тут есть еще шанс занести у хвостатого. Крокс вынужден был следовать под корову, потому что... Чтобы козел не был свободный. Теперь тут много чего зависит. От кубов удачных. Здесь коровки бы надо бы завестись по-хорошему. Здесь сдоджить. Не, здесь не сдо... О, здесь выблицоваться. Интересно, как вот только... Так, корова завелась, все. Козель свободный. Теперь вот интересно, будет ли подбор вкладка, а потом уже пас. Или все сразу через пас. А, через воина. И через ГФИ, да? Так, значит. Так. Подобрал. Ну ладно, сегодня хоть на фул не фраер. Мочи козлов. Так, пофалить не забыть. Вот чё. Можно сделать блиц в клапсу. Вот в эту. Поток подбор с кинком и пас сделать. Так, сначала вроде пофалить хотят козла хвостатого. Хера так лзон, бля. Вот чего. Шо так, бля. Или лонером будут прибирать, не пойму. Пум-пум-пум-пум. Завар, давай, ходи, время, бля. Не томи. Чего там, бля? Кто-то вылетел. Читы пошли, типа, блядь, ну. Перезапуск игры, чтобы кубы наладились.
Так, теперь такл зоны, пас. Так, решил лонером, ну. Ладно. Ладушки. Хорошее пиво. Заебомбовое. Мне очень нравится. Пиво свежак. Я теперь понял, чтобы это наладить, как и кубы, надо просто дергать кабель. Просто надо дергать кабель и наладятся кубы. Тут надо ли заносить побыстрее, пока игроки есть. Так, кому дали или просто? Завром, да? Или, а, нет, все-таки не завром, хауситом. Так. Так. Опять не с правильной стороны блиц. Вдруг двойка, бля. И отправили бы нахуй за поле. Хотя бы через то же проталкивание. Мячик упал не очень. Так, остались блок один с сейфол и потом блок с ливли. Так, ну вроде нормально защитились, правда скинков подставили. Ну они не родные, хрен бы с ними. Здесь стоило, наверное, подойти. Их слибли. Пятка православная. Так, ну надо реролить. Так, ну чё, двоих выбили.
Теперь самое главное самим не вылетать. Пиво хуёвое. Жигулевское, лакинское. Кисляк, короче. А, шмурдяк, шмурдяк, да, а не пиво. Думали, пиво взяли, а на самом деле самый натуральный шмурдяк. Только еще хуже стало. А еще просто надо это кабель дергать, чтобы кубы испортились. Ну, у тебя выздоровели, а оппоненты испортились, дергаешь кабель и все. Бля, чего вот я раньше не догадывался, что так можно делать? Способ лечения кубов. Корова! Ты чё, блядь? Бля, я, конечно... В принципе, это нормальные блицы какие. Это минус. Не так-то кэдак. Если пробой сейчас у завров сохранится, то можно будет занести и понадеяться, что пивас все-таки сработает. Потому что сейчас еще минус. Если минус завр, начнутся проблемы катастрофические. Тут затягивать нельзя совсем. Оп! Блять! Извиняюсь. Вот так вот аптечки тратить. Я, правда, не помню, на что там была она потрачена. По-моему, ничего там серьезного не было. Такого выкачать, короче, сезонов 7. Где-то эльфы заплакали, наверное, даже. Так, значит, мы не сглазили. Пробой сохранился у завров. Не кислый. Теперь только самое главное не перетянуть резину. И держаться, как говорится, в отсеках. Так, корова, да, пора отдохнуть. Так, мячик Диомеда, да? Угу. Один-единственный скинг оставшийся. Ну, из здоровых. Там Дженни еще, да. И Диомедас. Больше, по-моему, скинков нет. А теперь самое главное не пробиваться и не терять никого. Желательно даже на МНГ. Хотя это ну, если какой-то завр отхватит МНГ, в принципе, можно сказать, жизнь себе спасет. Перед следующим матчем. Там следующий матч тоже не из простых. Там No Brain. Выкл. Так. У кого-то, похоже, закипело. Там, похоже, уже оперативный штаб созвали команды по плану действий. Ага. Башенка головного мозга пошел. Я вот из этой дерьмо из себя выбил.
Я его выбил из себя. У меня был козел с про. Я всегда прошел, чтобы не тратить реролл по команде. И постепенно отучился от этой хуйни. Так, то, что корова торчит, это хорошо. Она будет торчать еще в следующий ход. Даже если она и пошевелится, она только может в центр сместиться. Так что, похоже, надо потихоньку травить по левому флангу. Тут можно забежать, нехуй стесняться даже. Козла уронили отвратительно. Создали такл-зону. Отобрали ОД. У Сливли. Отвратительно уронили козла. Ну какие нахуй блоки лонерами? Ну в пизду. Было же адекватное забегание. Вполне такое далекое, блин. Вглубь нахуй. Ну не вглубь, ну... А если сейчас лонер обсерится, будет это очень неприятно. И здесь надо вставать на этого. На... Да-да-да, вставать надо было. У него вторая сила. Надо было на него вставать. Лонер! Хуя ты, братиша. Молодца. Но в команду тебя не возьмут. У тебя им плохое. Гаркон ловил. Ой, язык сломаешь. Но здесь попробовать сдоджить можно. Либо вообще встать. Пускай бьет в три куба. Я бы вставал. Это, я считаю, что нормальные жертвы. Приношение. Но хотя бы надо было на козла встать. Или вообще остаться. Встать и остаться. Пускай бы бил. Тут, в принципе, и так уже все хорошо. Хаоситы хрустят. Корова на этот ход вообще ничего не сделает. Есть. Как и на следующий, все. Мы ее пока вычеркиваем на два хода. До 13-го мы ее не увидим. В гуще событий точно. К ней никто не пойдет, а ей как раз надо до 13-го хода. Чтобы включиться в борьбу, ей надо два хода как раз. Так, ну могут блиц сделать в Сливли. Вот про что я говорил, скинку стоило потерпеть, постоять. Так, этого гасить нахуй в три куба. Понятно. Башня головного мозга. Дубль 2. Эх бы. Минус сила. Блять, пропуск играли, ну ладно. Зато он будет в матче с подземкой. Целее будет, как бы. А вот здесь уже грустно как-то становится. Решили блиц, значит, сделать в клавсу.
И потоптать его, что ли? А, вот это хуёвая идея. Тут, по сути, если сейчас хвост встанет на мяч, его снимать некем особо будет. БТшку я только одну вижу на поле. Ниже надо было толкать его. Так, теперь прятать, чтоб никто не смог повиснуть на нем. Чтоб ни одна... Так, ну это мне уже не нравится, это уже какое-то это... Надо стоять здесь, терпеть. Пускай лучше нахуй этот скинг сдохнет. Уж 4 хода без них. Да блять, да ёб твою мать, да подержите вы, блять. Нахуй клапсу, блять, ёб освободили. Да стаклом. Да ебать его этого скинка нахуй. Сейчас, блядь, слибли сожрут нахуй. И все, блин. Хотя бы я бы сейчас облицевал бы последний брейтакл. Там бы доджил и клавсой бы въезжал нахуй. Вот самое оптимальное движение. Додж, встать сюда. Въезд в БТ. Потом встать так. Ну, чтоб скин не пробежал особо. В принципе, даже тут что делается? А, вот. Что мы делаем? Сюда. Блиц. Подъезжаем под скинка. Если пробьется, то вообще там сказка. Потом этот идет, держит этого. Фендер. А хвостик встает там, ну, и этот еще, блядь, свободный. Подходит снизу, блядь. Про что я говорил, надо было держать эту хуйню. Сейчас, если все так включат мозг, то... Могут быть проблемы здесь, блядь. Не кислые. Все скинки будут под таклами. Ну, жадный ГФИ и ненужный. ГФИ был не нужен вообще. А чё ты тут решил расковырять? Чё ты тут увидел? И чего? А, блять, вон как. Ну, хуля, охуенно. Заебись, блять. Сыграно, блядь, заебись просто. Вообще, блядь, без комментариев. Ну, про что я говорил, что это была хуёвая идея, вот это вот, блядь, продвижение вперед.
Да, блядь, китайский маг, нахуй. Все, это пиздец. Сейчас же закат уйдет. А всего-то надо было, блядь, скинком подержать клавсу МБ Гард Такл. И вот этой ебалы бы вот этой не было, которая вот ходом ранее произошла. Скинка, блядь, лонера, пожалели. Тем более, куда им собирались доджить, он там нахуй не нужен был. Он вообще нигде не нужен был, по сути. Если только, конечно, он не собирался им бежать, марчить другую клавсу, которая выше стояла. Если только туда. Бля, пора, похоже, дергать кабель еще раз. Гард пробит, но этот на ногах. Но тут своих гардов, как грязи. Так, ну здесь проход закрывается лежачим телом. Нельзя вот этого козла отпускать вообще никак. Ну чё, расковыряли его на уровне. Теперь только молиться то, что не сдоджит. По краю он, конечно, не пойдет. Ага, и все, пиздец, короче. ГГ, блядь. Там через залупу какую-то сыграли, мяч выбили, блядь. Ну. Там, правда, блядь, ошибка была и Завра, то, что он, блядь, этого горда не подержал. Сдожил. Не знаю, зачем, блядь. До сих пор горит, блядь. Но здесь только я хуй знаю. Если бы здесь вот этого повалили, можно бы было здесь в один куб ударить. Там, надеюсь, он упал, потом сюда. Здесь в один куб и с даджом в мяч. А так фил хуя вообще.
конечно, сыграно, ну. С надеждой на успех. Так, а чё, блядь, Ситар забыл про коровку, что ли? А шестерки-то вот здесь, да. Сейчас козел вот этот хвостатый встанет на двоих. Хотя, наверное, надо стоило встать сначала, а потом бежать. Говядина ожила. Так, ну один куб еще все-таки есть в мяч. Если убежать от тентакли. Вот тут вот здесь скинг. По прямой надо толкать, а то вытолкнут самого. Так, одно ГФИ. Так, вот сюда наверх. Ну да. Хули нет. Есть же ж, блядь. Так, еще надо скин. Да, блядь! Блять, пиздец, да исы просто охуенные. Ну тут уже блиц надо тратить скинка, тут как бы. Как ни крути, бля. Коровы. Еще бы ассист дать желательно. Чтобы в три куба было. Потом этот забегает на занос, а этот подбирает. И, возможно, если сделает пас, то как бы... Но этот должен забегать, обязан. Тут не надо думать. Подвигать корову сначала. Блин, коровы хочет блицевать. Два раза в 6 кубов как бы. Либо здесь в 2 толкнуть на корову потом. Тогда получается 8, а если корова не заведется. Но этим забегать надо. У Завра из заносящих остался только Слибли, все. Да ёбаный ты.
да, спринты, блядь, 48 спринтов. Ну, здесь только 5-6 в красные, блядь, спасут. Хотя, вроде как достает. Да. Вот этот молодой человек. Здесь контр-ассист. Встать вот сюда. Снять. А, он гард, бля. Ёп. Он гард. Ну, все равно надо вставать. Ну что, БТ в помощь. Блиц поражали. Блиц поражали. ГФИ вот только еще. Плохо. Ну чё, 3 плюс, 2 плюс, 2 плюс. Так, выталкивание. Нет. Решили качнуться. Ну, здесь как ни крути, 3 плюс, 2 плюс, да. Ну, конечно же. Ебаный санина. Ой. Конченная игра. Могу всем пожелать только терпения. Играйте в эту замечательную игру. Все сами видели. Насколько ББ прекрасен и справедлив. Так, 11, тут не знаю. Может, кто-то из них сдох. Но дерьмецо завры все-таки смогли выбить из хаосита. Маг вот там еще неправильный был. Надо было не фаерболить, а, наверное, молнию бить.
годности с Ватчем, блядь, опять на волшебных отскочил. Ну, не в первый раз уже. Ладно. Всем спасибо за просмотр.